мне в жизни повезло, мне жизнь предоставила эту возможность, и у меня есть моя мечта, и она вот живая во плоти, и все, что в моей жизни связано, оно связано с ним, как он, с того момента, как он появился. Ну, Дореми – это самая главная лошадь нашей семьи. Самое главное, она, только она дала. Из-за Дореми знает меня в конном мире Василий. Большое ей спасибо за это. Она безумно хорошая, безумно красивая. Лучшей лошади нет в мире на сегодняшний день. Член семьи. Как я, ну, как бы, если кто-то посмотрит, он все время любимый мужчина именуется. Я тоже, ну, я как-то привыкла, мы смеемся всегда, ну, так как Оксана моя дочка, я ей всегда говорю, ты мама марафона, а я его бабушка. То есть я говорю, привет, внучок, когда прихожу к нему. Аркел чувствовал всегда и узнавал меня. Я только заходил в конюшню, и я слышал, как он меня встречает. Чувствовалась любовь, как у меня владельца, так и Аркела ко мне. Меня зовут Магомед, фамилия Абдурахманов. Посчастливилось стать владельцем лошади Дореми Чен из хозяйства Человых. Уехал в город Ульяновск, так получилось, что по работе. И один крупный коловодец, то есть сельхозпроизводитель, приходит ко мне. И говорит, Магомед, у меня есть лошадь, я бы хотел бы его продать. Я говорю, он рысак, да. Я говорю, мне рысаки не интересны. Я верхом езжу, мне только с хакиши интересно. Он говорит, нет, это же ты представляешь, как красиво. Да мне надо дальше качалки, мне интересно. Это было, ребят, 12 лет назад. Кличка лошади Аполлон, это первая моя лошадь в моей истории. Поездили. Начали получать удовольствие, и мне говорит тренер-наездник, а можем 8 марта выступить на нем? Там было всего лишь 4 головы. Он выиграл тот день. Я завелся, я думаю, что это такое? Так внутренне я всю жизнь занимался чуть-чуть спортом. И вот это спортивное качество, выигрыш, мне было интересно. В это время я знакомлюсь с Виталиком Человым. Так получилось, что время прошло, мы начали общаться, уже стали очень близкими друзьями. Я начал брать у него лошадей, покупал, все возил в Ульяновск. Что-то не получалось. Я думал, что я брал, чтобы вы понимали, он мне всегда разрешал выбрать первую ставку. Я выбирал, они не бегут. Я думал, а почему так? Он что, мне самое плохое, что ли, продает? Не понимаю я. Выяснилось дело не в этом. Когда я уже приехал, встал на московский ипподром, начал видеть, как работают тренеры, я понял дело на лошадях. Ну, я для себя сделал вывод, что я понял, что если хочу выиграть дерби всероссийское, это только когда ты будешь держать лошадь в Москве. Приехали две кобылы, Дореми Чен и ее сестра, она тоже американская кобыла, кличка не помню честно. Мы начали работать. Зимой я приходил, ей было 1.5 года. Я спрашивал в конюшне, как она. И говорили, что, чтобы вы понимали, в этой же конюшне стоял Эльгей Тем. В этой же конюшне. Мне говорили, что на сегодняшний день лучше Эльгей Тем. Потом говорили, что лучше кобыла от Нансанчика вторая. И Дореми так себе там где-то. Мы приехали в Париж, приз Америки. Мне Виталий говорит, Магомед, друг мой, ты только начинаешь,
Мне бы хотелось, чтобы у тебя была лучшая лошадь. Вот Дореми сегодня вот так, она не особо. А ты, я могу с тобой поменяться на другую лошадь. Возьми ее. Я говорю, Виталий, я видел в Леваде, когда она побежала, когда ей было год. Помнишь? Да. Я сказал, что ты собираешься делать с этой лошадью? Москву. Можно я ее заберу? Тебе можно, только Москву. Помнишь, я тебе говорил такого? Да, помню. Поэтому я верю в нее. Можно я оставлю? Так получилось, что наступил тот день, большой, очень тяжелый. А еще я хотел бы сказать, Виталик всегда говорил Челову, Магомед, я очень хочу, чтобы ты почувствовал вот этот, когда выигрывает дерби, то ощущение, чтобы ты это почувствовал. Я не понимал, что говорит, реально не понимал. Ну, выиграл. У меня их много, у меня два дерби ульяновские или три, где-то так. И я не понимал, о чем говорит. И когда наступил тот день, мы-то стояли, эмоции нельзя показывать. Потому что смотрят все, орать нельзя, кричать нельзя, плакать тем более нельзя. И ты это все внутри держишь. Дореми впереди! Дореми впереди! Похоже, Минкин едет навстречу своей очередной победе. Четвертый дерби! Дореми! Дореми впереди! Наезжает лошадь на финиш! Дореми никто не обыграет! Дореми побежит! Третий гран-при за дерби! Доремиче! Победитель дерби 2022 Дореми. Солдат, это солдат, а не лошадь. И ощущения, ребята, я вам скажу, очень прекрасные. Ближайшие полгода, год я бы не хотел бы испытывать это ощущение. Это очень тяжело. Неделю отходишь. Давление сильное со стороны, ответственности много. Когда ты туда, был бы ты один, ну, проиграл, выиграл. За тобой стоят очень много близких, сильных, достойных людей, которые, они думают, что я буду переживать, если я проиграю. И за это переживают. Я наоборот думаю за них, что они переживают. Мы очень сильно надеялись и хотели, чтобы она осталась на 5 лет и уступала. Очень хотели. Это раз разочарование, что она перестает бегать и заканчивается у нее беговая карьера. Это как будто у тебя что-то забрали. Это когда Андрей мне прислал видео, когда грузили ее на отправку вечером на коневозку. Пойдем. Прислал видео, Абдулаевич говорит, все, наша принцесса поехала домой. Удивительно. Здесь такого не было. Может, не до этого был тот день, когда я выиграл дерби. Ком в горле. Как будто у тебя что-то забирают. Вот такое. Скорее всего, так и есть, наверное. Забирают очень много. Очень много. Это... Если у тебя нет связи с лошадью, вот это, мне кажется, что невозможно добиться каких-то больших... В теле, где однозначно должна быть связь. Щербакова Екатерина, я владелец Байгоната. Ну, это подарок судьбы, иначе я назвать не могу. Действительно, это мечта всей моей жизни. Это реализация моей детской мечты. С детства я мечтала о вороном, о халтыкинском коне.
И по воле судьбы познакомилась с заводчиком Тимченко Юрием Ивановичем. И в 2014 году он, когда родился, он мне показал фотографию. А, собственно, по этой фотографии я в него влюбилась сразу. Все, после, когда я его увидела, я после этого год не могла спать, переживать. На тот момент приобрести у меня возможности не было, но, как говорят, верь в мечту, ей суждено сбыться. И через год само так случилось в моей жизни, что у меня появилась возможность его приобрести. Я, не задумываясь, 11:30 ночи побежала к Юрию Ивановичу заключать договор купли-продажи. И вот в год и три мы его забрали. Вы знаете, как у меня получилось? Когда я принимала решение о приобретении лошади, это уже было взвешенное решение. Я всегда, в принципе, когда мечтала, я знала, что это ж не хомячка купить и кормить его травкой, что ты должен всю жизнь эту лошадь обеспечивать, тем более бегунат. Он будет жить всю жизнь. Всю жизнь я его должна буду обеспечивать, за него платить. Но когда я его приобретала, в моей жизни была там одна финансовая составляющая. Было все в принципе стабильно, именно мне это никак не отражалось. Но в какой-то период своей жизни попала в кризисную ситуацию. И приходилось вот прям вот многим жертвовать ради него. Вот в настоящее время вроде бы из кризиса вышла, но не те времена. Ну, я в этом плане, знаете как? Всегда, чтобы вот если мне что-то надо для байгоната, даже вот все вот эти большие дела, там, подготовка к дерби, поездки в Москву, это все, естественно, растраты. А финансовых возможностей у меня не было, и мне приходилось там унижаться, занимать деньги, хотя ну, для себя это не сделаешь, но для него это делала. И помощь приходила, она всегда, если это надо было вот байгонату, вот, знаете, всегда помощь приходила к нему. Вот это тоже придает, это тоже урок жизни, который придает уверенность. Если есть цель, надо к ней идти любой ценой. Всю жизнь у меня в нем уверенность. Не просто у меня есть лошадь, которая мечтала о вороной с тремя белыми ножками, а он еще, ну, благодаря, безусловно, его тренеру, доказал, что вот он тот конь, представитель тех линий, тех кровей, что он не просто так, что не просто лошадка красивая, что он настоящий подробный боец. У меня, вы знаете, как любая победа, но потом полгода в телефоне все эти видео, как сказка на ночь просматривается, любая, в том числе и первая. Каждая победа, она цена. Она цена, это дорогого стоит. А дерби я полгода, я начинаю с зимы, я просто мечтала об этом дерби. Я не знала, это вот... Это настолько было в моем сознании, засыпалась эта мысль, просыпалась эта мысль. Еще тренинг не начался, я уже хожу, тренера нервирую, когда про это дерби и все остальное. Ну вот, подарок судьбы, дерби. Как говорят, нельзя кидаться громкими словами. А я Саше сказала, говорю, Саша, ты мне все проиграй, но дерби выиграй. Ну и так и получилось, он мне в том году все проиграл и дерби выиграл. Ну, дерби есть дерби. Был период тоже на 3 года, хотела перед дерби. Мы с Сашей поругались очень сильно, я хотела поменять. Но встретилась с очень достойным и до сих пор уважаю другого тренера Олю Самохину. Я хотела к ней поставить. Я говорю, Оля, я хочу вот к вам поставить коня. Она говорит, кого? Она говорит, я с ахтыкинцами не работаю. Она говорит, что вас не устраивает? Я говорю, меня не устраивает то-то. Говорит, это ерунда, у вас очень хороший тренер. Он говорит, вы еще раз с ним поговорите. Мне повезло, то, что я встретила, наверное, ту же Олю, которая все честно объяснила, как это. Может быть, если кто-то был бы другой, я так теоретически могу предположить, что, может быть, кто-то сказал, да, вообще вопросов нет, пойдем ко мне. А она мне сказала, говорит, Кать, ну, поменять тренера, это вообще, тем более ты готовишься к серьезной скачке. Это будет только хуже лошади. У меня свой мацион, у меня свой рацион, у меня свой вид понимания тренинга. Он у тебя приучен уже к другому. И Саша, у тебя хороший тренер, и не надо его менять. Он тебе сделает то, что нужно с этой лошадью. И вот так она мне это, в принципе, объяснила. Это здравая мысль, которая, в принципе, мне все дала понять. И после этого вообще вопросов нет. А потом у нас уже пошли результаты, к которым мы шли. Конечно, какие могут быть вопросы менять тренера? Я просто понимаю, вот благодаря ее объяснению, понимаю, что такое поменять тренера для лошади.
роль коневладельца во всей этой истории, настолько быть готовым дать возможность тренеру работать 100%. Вот в этом заключается роль. И, конечно, ты должен вникать. Ты должен знать и понимать, что там через такой-то период тебе там столько-то нужно будет, чтобы сделать там то-то. Что лошадь нужно отправить туда, что лошадь туда, что в зиму ей нужно купить это, что в сезон ей нужно купить это. Вот, конечно, ты должен вникать. Ты должен понимать, что не было так, что тебе тренер звонит, тебе надо, а ему, ну, твоей лошади надо, а ты сидишь, а что это ему надо? И вся эта индустрия не то чтобы учит, оно, скажем так, подтверждает все наши убеждения, да, то, что победу просто так не приходит, да, что вообще сама по себе победа все только от Бога. И каждый человек об этом знает, ну, верующий имеется в виду, что просто так никому ничего не падает, что все заслужено, что если чего-то хочешь добиться, нужно все пробовать, не надо бояться, нужно идти дальше, не только вперед. Сделал ошибку, ничего страшного, и в следующий раз исправишь, получишь результат. Ну, вот этому меня скачки не то чтобы научили, они мне это подтвердили. Владелец лошади Аркел Мальсагов Рашид Ибрагимович. Стал я коневладельцем не случайно. Интерес к лошадям был с детства. Но был интерес к обычным лошадям, таким не скаковым, а прогулки для себя. А желание, чтобы именно вот была скаковая, она лошадь, да, она, желание пришло потом. Я находился здесь, в Москве, товарищ позвонил, говорит, продаются 2 жеребца молодых, может, возьмешь, попробуешь. А посмотрел я 2 лошадей, но остался доволен только Аркелом. Продавец продавал только 2, и пришлось брать и 2-го. Ну, как я чувствовал, интуиция не подвела, действительно, Аркел, как говорится, выстрелил. Как правило, хорошего жеребца или кобылу не продают, когда она уже себя проявила. Ну, ты покупаешь его там либо в полгода, либо в год, и ты не знаешь, что он сделает, как он будет выступать после заездки, да, какие результаты он будет давать. Изначально человек, который покупает лошадь, он должен понимать, что он покупает кота в мешке, а дальше как повезет, не повезет. Если повезло, то это везение надо развивать как успех. Вот так и надо двигаться. Мой товарищ, известный тоже коневладелец, Заур Секреков, сказал как-то, говорит, тебе, Рашид, говорит, повезло, ты, говорит, взял первую лошадь и сразу, говорит, это такой результат. Конечно, я поэтому говорю, что не факт, что новые лошади, да, там проявят себя так же. Но интерес у меня, конечно, остался, и хочется и дальше выступать на центральном ипподроме и новых успехов. Скажу честно, первое, что я хотел, чтобы лошадь ингуша участвовала и выступала на центральном ипподроме города Москвы. Можно сказать, он был в топе, наверное, топ-10 лошадей России. Он попал, участвовал вот в этих, на Сибу, он в элите, Гранта, во многих в таких главных скачках России он участвовал, и это, учитывая, что он не того класса, который как привозили лошадей из Америки или крупные коневладельцы, которых по 20-30 хороших голов выставляли по одному жеребцу на эту скачку. И среди этих крупных коневладельцев, у которых, да, там, ну, крупное хозяйство, мой Аркел, как от моего отчастника, выступал на уровне зачастую лучше, чем у крупных коневладельцев. Поэтому я доволен Аркелом, и для меня он, конечно, на всю жизнь останется в памяти.
Ну, да, действительно, он был вначале, изначально, как приехал сюда, в Москву, он был у Полушкиной. А, довольный я Ольгой. Просто единственный момент был, что уходил от нее Урмат. А мне хотелось, чтобы из-за того, что начал Урмат, продолжал как жокей работать именно Урмат. Мне нравился его подход, он берег Аркела, он как бы чувствовал, когда можно добавить, когда надо ему дать отдохнуть. Он работал с ним как одно целое, он чувствовал. И поэтому мне хотелось, чтобы именно Урмат дальше вел эту лошадь. Хотя он на тот момент не был тренером, он был жокеем. Мы вместе с ним ходили в московский ипподром, получали разрешение тренера. И единственная вот первая лошадь, где он проявил себя как тренер, это вот Аркел. Я его доставал. Я его каждый раз звонил, как Аркел. А я приезжал в 4 утра вместе с Урматом, выходили сюда на ипподром. Когда он работал, также я смотрел, как он работает. Глину покупали вместе, бинты, все вот как бы сообщая какие-то там новости, я узнаю, я ему сообщаю, что-то полезное для лошадей, например, чем-то там подкормку добавить, там я где-то почитаю, тоже ему, я как бы не оставался в стороне, я все время, как не знаю, как помощник, наверное, Урмата, как помощник тренера был я у него. Чувствовал тоже Аркела, я понимал, что если его перед скачкой сделать за два дня сделать галоп, он может как бы утомиться и быть не готовым. Поэтому я его просил за дня 3 делать галоп, чтобы он восстановился и потом на скачке участвовал, максимально выложился. В 21 году, после зимовки, он не был максимально готов, как он должен был быть. И это была ошибка, наверное, выпустить его на первую скачку. Чувствовалось, он был с лишним весом, я так думаю, килограмм 20-30 у него было лишнего. А вот эту скачку нам надо было пропустить, не нагружать. Эта скачка, конечно, состав был тоже очень сильный, и он там второй или третий был, сейчас не вспомню, но он выложился из-за того, что сердце у него такое большое, и он боец, и он выложился, хотя было, чувствовалось ему тяжело. И вот эта скачка повлияла, что вот он после этого, после перегрузки, не смог восстановиться. Но это как бы, это жизнь, и, видимо, и моя ошибка, и ошибка Урмата, что он меня не отговорил, ну, как бы это наша общая ошибка. Ну, оно не то, что трудное. Ты видишь лошадь, да, и понимаешь, что для нее это сейчас что-то такое. Он уже не выложится, как бы вкладывался. Ты это видишь и понимаешь, и смысл уже выступать для чего. И поэтому как бы здесь сложности нету. Понимаешь, что лошадь заработала имя, она стала той лошадью, которой она стала. Все, я как бы доволен Аркелом. Я понимал, что 6-7 лет, и уже лошадь придется что-то брать новое. Я как бы был морально к этому готов, что со временем мне придется как бы смириться с тем, что тот, как говорится, тот успех, который был, он будет потихоньку скатываться. Я как бы это понимал, и для меня это как бы не было нагрузкой или неприятностью. Аркел – это в первую очередь боец. Он никогда не сдавался, он выкладывался по полной. И лошади, которую я горжусь. Оксана Меньшикова. Татьяна Меньшикова. Мы коневладельцы. У нас у семейных друзей был юбилей, день рождения. Нас пригласили в гости на трибуны. Мы посмотрели бега. Нас это очень заинтересовало. И после этого поехали на конюшню. На конюшне бригадир вывел молодого серого жеребенка, показал нам его и
наверное, мы обе загорелись. И через неделю, обдумав, мы сказали, что мы его покупаем. Я не понимала, я думала, это чуть ли не игрушка, которую надо только любить. А тут оказалась огромная забота, внимание. Не, ну отчасти понимали, что это обязательно, это содержание, это тренинг, это смотреть, как будет выступать. То есть это полноценный спортсмен. А это был Ливерпуль, серый орловский жеребец. Но, наверное, ипподром был немножко не его. Но когда было понятно, что Ливерпулю как бы, ну, это вот действительно не его, и его, нам предложили конный завод «Роща», куда ездил Владимир Кондратюк посмотреть, как бы же ребят, они предложили обмен. Он пойдет в завод как производитель, а нам взамен молодого же ребенка, полуторагодовалого. Ну, кстати, приезжал хозяин «Рощи» и посмотрел на марафоны, и он его очень вот захотел себе. И то есть, когда нам это предложили, мы с радостью согласились. И вроде как Ливерпулю будет хорошо, и у нас появится маленький ребенок. В двухлетнем периоде он только формировался. И как бы он, вот ему давали расти, ему давали набираться сил. Я, например, ну, может быть, давала бы ему даже побольше бегать, но вот благодаря Оксане, она вот наоборот, она всегда выдержанная, всегда говорит, вот пусть лучше там окрепнет, подрастет, там укрепится, да. Я-то наоборот, ну, привыкла, что вроде лошадь должна бегать там, и Владимир тоже всегда говорил, да, ну, давайте уже, пора там, чтобы он бегал. Ну, вот Оксанка, она молодец, она вот держала все под своим контролем. Я поэтому полностью ей доверяла, потому что, ну, вот вроде как она больше даже вот, ну, вот была, когда мы брали марафон, а она, я немножко боялась, думаю, ну, такая ответственность, что она вот настояла, вот, да, и я к ее словам прислушивалась, и не зря. Я, конечно, вот эмоционально была потрясена, конечно, когда приз Барса мы взяли. Как бы твой ребенок, спортсмен, и завоевывает там вообще олимпийскую медаль. Типа вот такого ощущения. Доказал, что действительно он сегодня лучше. Он доказал, что действительно второго такого нет. Мы понимали, что дальше как бы на этом жизнь все равно не заканчивается, и дальше будут выступления, бега, смотреть, как он себя будет чувствовать, что будет дальше. И уже вот ответственность, ну уже вот как бы лошадь готова, лошадь там сильная, может и побороться и за следующие призы, и в следующих там соревнованиях. Уже да, уже как бы ждешь уже этого результата. Ну и отчасти, кстати, да, ответственность с точки зрения нагнетания ситуации, которые проходят дальше. Потому что как бы и перед призом Барса уже как бы, ну как покажет, ну как что. А после приза Барса, после того, как вот он отбегал этот сезон, когда он выходил на пятилетний сезон, все как бы там победитель 3 лет, победитель 4 лет, как он себя покажет, что будет. Ну а то, что, конечно, мы страшно, ну, был, я расстраивалась, что это, что вот. Не очень удачно он бегает. Ну, как бы после такого триумфа казалось, ну, что будет так вечно. Эмоции были. У меня были, и я приходила к Вове, я говорила там, Вова, что такое, что это. Но для меня, например, когда мы выбирали тренера, к которому он пойдет лошадь, я могу сказать, что вот то, за что я выбрала, например, для себя Владимира Павловича Кондратюка, это его любовь к лошадям. Это его бережное к ним отношение. Я всегда видела, что если он видит, что, например, на финише лошадь не может, он не спросит больше. Менять тренера точно, как бы даже мыслей таких не было. Просто надо было думать, что делать. Как бы как помочь и найти причину. Вот я прям вот это помню момент, вот когда мы это, не выиграли пиона-то. Мы смотрели очень нервно дома, первый гид.
Вот, ну, увидали, что там он никакой пришел, ну, где-то там он 4-й, 5-й, мы же сейчас не помним. Вот, но мы, значит, собрались, поехали на конюшню. Сидит Владимир, одет в форме, все, говорит, мы поедем второй гид, у нас все нормально. Мне прям это так запомнилось. Вот, что воля к победе, что, значит, несмотря на то, что первый гид у нас был никакой, он сидел такой, все в форме, одетый, все были там напряжены, но он сказал, мы готовы, мы поедем. Но мы верили, что мы можем. Марафон! Марафон выиграл первый гид приза Пиона! Марафон РС! Вот это Владимир Кондратюк! Воу! А мне кажется, ну мы веру-то в него и не теряли. Потому что для меня все время он будет он выступать, не будет он выступать. Все равно как бы отношение мое к нему не изменится. И он для меня все время будет во главе угла. Теперь вот он тот, кто выиграл 3 лет, выиграл 4 лет и выиграл старший возраст. Притом каждый свой приз, вот все эти главные призы он выигрывал или с рекордом, ну или как бы в рекорд приза, или с рекордом приза. Поэтому как бы я приехала сюда и сказала, я говорю, ну как бы мечта, я говорю, исполнена. Мы самое важное мы сделали, теперь можем бегать в свое удовольствие. Я говорю, я приехала, на меня так Владимир Павлович посмотрел, говорит, не, ну мы бороться будем. Я говорю, не, ну бороться, да, но говорю, но все равно, я говорю, задачу максимума мы выполнили. Теперь в свое удовольствие. А я не знаю, что значит коневладелец топ-уровня. Мне кажется, тут как бы это все те люди, которые влюблены в лошадей и которые готовы в это вкладываться, которые это двигать и которым это интересно. Коневладельцем быть — это, наверное, тот момент, когда вот именно скачки твоя лошадь выиграла, ты когда идешь получать приз, вот эти эмоции, да, стоят того, чтобы ты готовил и заботился, и вкладывал в эту лошадь. Лошадь — такое животное, которое вызывает восхищение, ну, практически у всех людей. Ну, мало кого оставляет равнодушным. Ну, так, чтобы вот жить без этого невозможно, ну, таких людей нет. Ну, как, не то, что нет, нас таких мало. Меня жизнь коренным образом изменилась, потому что, ну, во-первых, вот правильно вошла в семью вот нашей конюшни и подрома, что у меня тут столько друзей, столько вообще единомышленников. То есть я как бы живу теперь другим миром, миром лошадей. В рабочей среде, как и все другие люди, да, мы носим какую-то там маску эмоциональную, то есть там мы не открываемся. А вот здесь, на ипподроме, я вот тот человек, который я есть. Я здесь себя вот, я, ну, ощущаю вот натуральный, настоящий натуральный. Я плачу здесь за свое удовольствие, потому что я получаю удовольствие от контакта с этими животными. Любовь к лошади однозначная. Не знаю, как это объяснить. Не у каждого человека, наверное, есть эта любовь к лошади. Ты лошадь берешь не для того, чтобы заработать или еще что-то. Это изначально это любовь к лошади. А дальше уже эта любовь толкает на то, что ты там как-то двигаешь, где-то там тренера нанимаешь, где-то какие-то условия создаешь. И уже изначально это должна быть любовь к лошади. И уже дальше эта любовь рождает какую-то там, какой-то успех. А знаете что? Когда лошадь бежит в заезде, ты спокойно сидишь, вот моя лошадь побежала, и ты сидишь. Не надо держать лошадей, ты не коневладелец уже. Каждый раз, когда твоя лошадь бежит, и тебе не ёкает внутри, это значит, забудь, занимайся другими делами. Я считаю, что когда твоя лошадь бежит, каждый раз, в простом заезде, в любом заезде, когда у тебя есть связь, ты переживаешь,
только тогда может быть какой-то результат.